Мир вам, братья и сестры. Еще раз хочу сказать, мир вам, братья и сестры. Это уже хорошо, что все принимаем друг друга с миром. У нас сегодня есть нужды, чтобы мы молились о том, чтобы Господь послал милость свою для сестры Веры из Петропавловки. Она болеет. Сергей Бакун нуждается в нашей молитвенной поддержки. А также сестра Сима Мустяцы будет перелетать в Молдавию в гости, чтобы Господь благословил, сохранил ее. Будем молиться, чтобы Господь Слово Свое сказал через уста проповедников, а также через поющих, хористов и музыкантов. И вот у нас есть гости. Сестра Роза и брат Павел Попович. А когда-то сестра Роза была Давидюк, если такие фамилии помните. И они были у нас несколько лет назад, и сегодня пришли, сегодня снова, чтобы вместе прославить нашего Господа. Итак, будем молиться о Божьем благословении, служении на каждого верующего, чтобы Господь излил свою благодать. Помолимся. Господь наш, вот мы благодарим Тебя и в это утро, что Твоя милость посетила каждого присутствующего здесь, что Ты распространяешь свое милосердие над живущими на этой землей, на этой земле. Благодарим Тебя за благодать, которая еще есть для живущих в мире. Просим Тебя, чтобы Ты благословил нас сегодня Духом Твоим Святым, чтобы мы выслушали Твое Слово, поклонились Тебя в Духе и Истине. Благослови уста проповедников, благослови хористов, благослови всех поющих, чтобы имени Твоему была слава сегодня через нас и в нас. Благослови сестру Веру, Ты знаешь ее состояние, пошли милость Твою на нее. Брата Сергея, пошли Твою благость на его сердце, на его дух и на его душу, на его тело. Благослови, сохрани сестру Симу, когда она будет перелетать. Пусть Твоя милость будет над ними и с ними. Господи, Ты знаешь также всех, кто сегодня не в доме Твоем, может быть, где-то отдыхает. Пошли Твою милость и защиту, чтобы ничего не приключилось с каждым, где кто находится. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа наполнит наши сердца. Наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Итак, 11 номер. Будем петь пение «Спаситель». Говори нам везде во всякий час слова любви и силы, я не оставлю вас. Спаситель, говори нам везде во всякий час слова любви и силы, я не оставлю вас. Пошли ты нам лечением, твоим словам внимать, наполни сердце пением, тебе дай ликовать. Спаситель, говори нам слова любви святой, что мы непобедимы, когда живем с тобой. Спаситель, что Спаситель, говори нам, открой щедрот ключи, наполни счастье гимном, молиться нас учи. Дай нам себя всецело, тебе отдать любя, твое здесь дело, дело, и ждать с небес тебя. Спаситель, живем с тобой. Спаситель, чтобы душа луч веры не погас, твои слова дай слышать, я не оставлю вас. Спаситель, говори нам, завет нам открывай, явной причин причину служению силы дай. Нет в мире лучшей доли, как жить всегда с тобой, творить твою лишь волю
і в твої меті покой. Спаситель шарі нам, слава любви святой, що ми не победимы, когда живем с тобой. Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас, твои слова. Я.
Слава Богу, брати і сестри. Будемо співати таку пісню. А це є молитва. Ця пісня ми дістали з країни Чили. Знаєте, то є прекрасна молитва. До тебе підношу я руки свої. Ми маємо в Божому Слові, коли Амалик прийшов воювати з Ізраїлем. Я думаю, ви знаєте те оповідання. Коли Мойсей сказав для Ісуса Навина: вибери, чоловіки, іди і воюй за Амаликом. А я, каже, возьму палицю Божу собою і возьму собою Агура і Арон. Коли вони вийшли на гору, коли Мойсей мав свої руки підняти, то Ізраїль перемагав. Коли йому руки падали, ви знаєте, підняти руки і тримати, то дуже трудно, знаєте. Но прийшов час, коли вони бачили, що Мойсей не мав вже сили тримати руки, то взяли йому, поставили камінь, посадили його. І Арон з одного боку тримав його руки, і Агур з другого боку. І Ізраїль мав перемогу. Галилюя! Як нам потрібно, брати і сестри, щоб кожен час мати перемогу. Галилюя! Бо Господь сказав: я з тобою, я тебе не залишу, я тебе не покину. Співаємо ту пісню. Амінь. До тебе підношу я руки свої, почуй ти молитву із уст моїх. Не раз ти в житті нам повідь послав, підтверджував слово, яке ти нам дав. Підносимо ми голосні всевічний Бог, допоможи, допоможи. О Боже, на святи, помилуй нас, ми діти є твої. Моя скеля, твердиня моя, вся велич і слава, лиш Боже твоя. Та ти розумієш недуги мої, даєш нам відвагу прийти. Підносимо ми голос свій, всевічний Бог, допоможи. Допоможи. О Боже, на святий,
брати і сестри, я хотів би помолитися за тих, що мають, станьте на ноги. За тих, що нині кричать, допоможи, Боже. Алілуя, допоможи, Господи. У сльозах, знаю, в страсті великому. Я так само маю потребу, мені уха шумлять дуже, знаєте. Часами вночі стаю, плачу перед Богом. Господь, Ти обіцяв, Боже, я на Тебе надіюся. Я знаю, що тут є люди, які потребують і я. Давайте я помолюся. Господь, дякую, що маємо Тебе, Господь. Це є крик тих, які Тебе потребують, і я так само, Господь. Дякую, що маємо Тебе, Господь. Дякую. Дякую, що Ти сказав, що Ти не змінився, що Ти є той самий. Вийди на зустріч, Господь. Прояви Твою славу, що ми могли б розказувати, що Ти є Бог живий, що Ти не є якась думка, хтось якась сказка, що Ти є живий, Боже. Я Тобі дякую за тих, що потребують. Боже, Твоя рука не є коротка. Я Тебе славлю і дякую, як великого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Сідайте, брати і сестри. Слава нашему Господу за это пение, за эти слова, которые мы слышали, что помоги нам, Господи, ибо мы дети Твои. Еще брат сказал, что обещание Христа не оставлю вас и не покину вас. Поэтому я прежде всего благодарю моего Господа, что мы с вами дети Его, что мы искуплены им от греха и смерти ко спасению. Я очень рад вас всех видеть. Я был некоторое время вот отсутствовал. Это мое отсутствие, оно было связано с определенными семейными переживаниями, которых вы все знаете. Вот, поэтому я еще раз благодарю вас сердечно за молитву, за ваше сердечное участие, за то, что вы не оставили мою семью в этих трудностях. В Евангелии от Иоанна Христос говорит, что вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Печаль ваша в радость будет. И жизнь наша, братья и сестры, она как река. Иногда бывает широкая и спокойная, но иногда, как на реке, бывают пороги, перекаты и узкие места, где вода бурлит, рвет камни. Так вот и в жизнь наша, в ней бывают и радости, и печали, они как всплески на воде, иногда ожидаемые, иногда нет, иногда мы их не ждем. И вот когда смотришь на жизнь, вот с этого угла зрения, с угла зрения наших радостей и наших горестей и переживаний, то как бы выискивая правду жизни, а смотришь как христианин, опираясь на истину, то вот через наши переживания, через наши слезы, через наши молитвы, через усилия, которые нам необходимо преодолевать в жизни, чтобы достигать совершенства, то, к чему нас призывает Господь, вот через все это и приходит покой в сердце от наших взаимных молитв и сочувствия. Приходит понимание и благодарность Богу за то, что Он именно вот так устроил наш мир, нашу жизнь, в которой есть и радости, в которой есть и печали. Потому что если бы в нашей жизни присутствовали одни только радости, то очень скоро такое состояние сошло бы на нет. Наступило бы самодовольство и пресыщение. А за ними, как правило, и ропот. Но вот именно что наши все печали, наши переживания, хотя нам иногда трудно смириться с волей Божьей, трудно это принять, но надо признать, что именно вот эти моменты в жизни, через которые нам приходится проходить, именно они подвигают человека к переосмыслению своей жизни, к взглядам на жизнь, позволяют понять истинный смысл и ценность радости. Поэтому слава Богу, что жизнь наша вот так она устроена, сбалансирована, что у нас все есть. У нас есть радоваться время, у нас есть печалиться время. Но самое главное, Господь говорит, и я вам говорю, братья и сестры, ощутил эту физическую вашу, буквально физически ощутил вашу поддержку. Очень радостно, когда ощущаешь, что с тобой плачут и что с тобой радуются. Человек, который не испытал болезни, он не может сострадать другим. Человек, который не испытал чувство голода, он легко выбрасывает хлеб. Если не испытаешь чувство разлуки, не испытаешь радость встречи. Для того, чтобы оценить то, что ты имеешь, не надо быть жадным человеком. Достаточно эту вещь просто утерять. И поэтому мы познаем нашу жизнь вот именно через вот эту призму.
радость и печаль, горесть. Но апостол Павел Коринфянам пишет, но скоро ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Вот что производит в нашей жизни наши печали, наши горести. Потому что радость, по сути дела, это поверхностные эмоции, проходящие. А печали наши, горести наши, они затрагивают самые глубины нашего сердца, нашей души и нашего разума. И не радости, братья и сестры, а именно вот переживания наши, они делают человека мудрее. В Псалтире, 105-й Псалом, там написано с первых стихов, буквально там 10-12 стихов, они, в них кратко описано, история еврейского народа. Эти стихи, они охватывают колоссальный период времени, более чем 400 лет. Время рабства еврейского народа. И они там пишут, Давид пишет, что согрешили наши отцы, и то сделали, но Бог слышал вопль их. Бог вывел, Бог избавил их. И вот перед ними, когда они вышли из Египта, они встали перед преградой. Казалось бы, все позади уже, но вот преграда, Черное море. И здесь мы видим, что Господь являет силу свою. Воды расступаются, и народ проходит на другую сторону. И, оглядываясь назад, видит, как войско фараона, которое преследовали для того, чтобы взять, вернуть в плен, воды смыкаются, и все погибли. Я думаю, что когда они проходили, может быть, особенно маленькие дети даже потрогали эти стены воды. Действительно, вода. Я не представляю, какое чувство нужно испытать, когда вышли, повернулись и увидели, как эти воды смыкаются. Что это были за переживания? Нам это трудно понять. И далее здесь написано, что когда все это с ними произошло, написано, и поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Братья и сестры, как Христос, был послушен воле Небесного Отца, пришел для того, чтобы искупить, избавить нас от греха, от смерти, к спасению, к жизни вечной. Так вот здесь мы видим, что и Моисей, как прообраз, Бог видел, что рабство, оно настолько пронизало его народ, оно настолько овладело ему уже даже не на уровне подсознания, целиком, что когда они даже вышли, мы знаем, что они роптали, там и мясо было, и чеснок было, а что мы теперь тут и то не имеем. Вот настолько пронизало рабство. И поэтому Бог приготовил Моисея и послал им для того, чтобы он вывел народ его, спас. Мы видим, что поверили они словам его, воспели хвалу ему. Но я не на это хотел обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры. Следующий стих. Вот что я хотел, на что обратить внимание. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения. Вот проблема человека. Вот эти короткие строки, они с таким сожалением подчеркивают сущность человека. Мою сущность, нашу, никто не исключение. Мы что-то получаем доброе, хорошее, благословение, радость. И мы довольны этим, мы хорошо это принимаем. Но все это происходит на уровне эмоций, поэтому мы забываем. В чем злой корень нашей забывчивости? В том, что забывая, человек перестает благодарить. Слово Божие нам говорит, за все благодарите, за все. Оно не подразделяет за хорошее «да», за плохое «повремените». За все. И поэтому мы, когда смотрим на жизнь, я тоже вот переживая последние дни какие-то свои чувства, я тоже о многом очень думал. Я очень о многом думал. Мне дочь моя рассказала, как к ней подошел сын, вот я разговаривал с ней по телефону 3 недели до операции, и к ней подошел ее сын, мой внук, 6 лет, и говорит, мама, а почему Бог не слышит мои молитвы? Она ему говорит, а о чем ты молишься? Он говорит, я прошу, чтобы Бог убрал у тебя эту болячку из головы, а он не убирает. Она ему говорит, сынок, ты продолжай молиться и доверься Богу, Бог знает, что он делает в нашей жизни. Через время он подходит к ней, вот этот 6-летний человек, и говорит, мама, я знаю, Бог иногда говорит да, иногда говорит нет, а иногда говорит подожди. Братья и сестры, вот эти слова я запомню до самой своей смерти. Мы все хотим услышать от Бога прямо сейчас да, или и не хотим слышать нет, или нет. А Бог иногда нам говорит, подожди, вот он через этого малыша сказал мне, который переживал, он сказал, подожди, я хочу тебе явить свою силу, свою славу. Поэтому, братья и сестры,
Мы должны быть нашему Господу всегда благодарны за все, что происходит в нашей жизни. И хорошее, и плохое, потому что, как я уже сказал, хорошему мы радуемся, а плохое нас учит. Учит, как не надо поступать. Пользуясь случаем, я в заключение хочу сказать, что, как бы предвидя разговоры возможные, операция прошла благополучно, это была долгая операция, больше 10 часов, там 12 нейрохирургов принимали в ней участие, и они сказали, что все очень хорошо, выздоровление идет в своем направлении, но, как вы все знаете, мы все знаем, что процесс выздоровления, он всегда занимает намного большее время, чем сама болезнь. Поэтому еще есть проблемы, еще будет какое-то лечение. Вот, и моя просьба к вам, ко всем, молиться. И я хочу сказать, что молиться не только за мою дочь. Молиться за всех вот наших детей, сколько их здесь, сколько внуков у нас. Разве у нас в церкви нет молодых семей, которые дают повод дьяволу, которые пренебрегают своими обязанностями, которые разводятся, которые ищут причины какие-то в себе или в своей жене, которые не ценят тот дар, который дал им Господь, дети. Разве у нас нет малых детей, за которых вот в это последнее время, не я один говорю, все христианство мира говорит, что мы живем последние часы. Сейчас даже страшно включать телевизор или читать новости. Действительно, мы должны, братья и сестры, быть благодарными Богу, не забывать Его благодарить и молиться. Как я сказал уже, не только о моей дочери, но и о ней, пожалуйста, тоже. Вспоминайте. Но привет передавала вам церковь города Корнтель, Германия, мои там родственники, друзья, пресвитер церкви, брат Александр. А привет от Наташи с Пашей, пускай они передадут вам сами, а после этого мы помолимся. Большой привет в церкви и поблагодарить за то, что молились все за моих родителей и за операцию. Я прошу молиться и дальше. Учения, если они мне, конечно, скажут, что надо делать. Вот. И я очень рада за эту церковь, за Ефали, потому что я в ней крещение приняла. За всех братьев и сестер. Что бы ты посоветовала живущим в здравии, благополучии, благоденствии? Вот. Радоваться и благодарить за здоровье свое. Всегда к Богу взывать, всегда, во всем. Спасибо сказать, что вы молились за мою мамочку, и она с нами. Я хотела спасибо сказать, что вы молились за нашу маму, и она теперь с нами. Мы переживали за нашу маму, но она сейчас с нами. И мы вам сейчас споем песенку. Прославим Бога одной семьёю. Братья, сестры, друзья, близкие, родные, которые нас не забыли в самые трудные минуты, я благодарю вас за то, что вы взывали к Богу и поддерживали нас вашими молитвами. Мы это чувствовали. Наташа пошла на поправку, все заживает потихоньку.
операция, нельзя было представить даже себе, даже самые врачи сказали, что мы такой операции не встречали за все те годы, которые мы делали операции многим пациентам. Это было что-то особое. Огромное вам спасибо. Наших детей, внуков. Поблагодарим Его за все, за то, что мы живы, искуплены им. А Ему слава. Аминь. Господь наш, мы просим Тебя, благослови Наташу и всю ее семью во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты врач, что Ты всегда приходишь вовремя, что Ты исцеляешь души, что Ты видишь сокрушенные сердца, которые взывают Тебе, которые имеют упование, надежду на милость Твою, на защиту, на силу, Господь. И мы Его благодарим за сестру Наташу, за Павла, за семью и, Господь, за деток, что Ты провел их в это испытание, но не оставил. И мы просим, Господь, благослови, чтобы исцеление пришло от Тебя тоже, чтобы все то, что повреждено было и через операцию, и до операции, чтобы оно возымело свое первостепенное состояние, которое Ты создал для того, чтобы человек правильно функционировал, мыслил, рассуждал, радовался, уповал в вере. Поэтому благослови, Господь, ее и милость пошли во имя Твое просим, Отец и Дух Святой. Аминь. Боже вечный и праведный, Отец наш, сущий на небесах, мы благодарим Тебя за услышанные молитвы, за то, что Ты отвечаешь нам, Господь. И в сей день мы просим о моей сестре Вере, дабы Ты услышал молитвы и подкрепил и поддержал ее в эти годы жизни. Пошли и на нее благодать, и на всех, которых мы называем, и которых не успели назвать. Ты о каждой душе знаешь, скорбящей и плачущей. Благослови и услышь, Господь. Благослови до конца служения, да прославится Твое имя, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Боже наш, слава Тебе и благодарность в эти утренние часы этого прекрасного воскресного дня. Прежде всего за то, что Ты, Господь, обещал, что не оставишь нас. И мы, Господи, видим, что Ты не оставляешь нас. Ты даруешь нам все испытывать в жизни, но Ты стараешься делать, чтобы мы придерживались хорошего. Ты научаешь нас через наши переживания, Господи. Слава Тебе. Я благодарю Тебя за то, что я являюсь членом этой церкви, за моих братьев и сестер, за то, что я чувствую сердцем, что я всегда возвращаюсь домой, где бы я ни был, и чувствую поддержку в этом, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господь, всех наших братьев и сестер, семьи, детей, Господь, внуков, которых у нас очень много, и которых мы печемся и заботимся, чтобы в этот обольстительный век, последнее время, Ты сохрани, Господь, всех, особенно те, которые отошли, те, которые пренебрегают спасением, те, которые не уразумели еще Слово Твоего. Благослови также и тех, кто несет различные служения, миссионерское, хоровое, рассказывать стихотворение, поют пение, чтобы они действительно делали все это искренне для Тебя, чтобы Ты готовил их к вступлению в жизнь, на служение Тебе. Благослови, Господь. Просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В Библии написано, что де двое чи трое зібране в ім'я Ісуса, то Він є посеред них. А нас більше є, ніж двоє чи троє. Багато більше. Я дякую Богу, що Він не змінився, що Він той самий. Ми хочемо заспівати пісню, якраз що говорить про це, що Божий Дух є тут із нами. Так, амінь.
Як ви хочете з нами підлучитися з співом, то будь ласка. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Розпочне Господь робити серед своїх дітей, як разом ми зберемося в любі. Тоді зникнуть всі незгоди та сльози із очей. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Співайте з нами. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Коли церква слави Бога, нема місця для журби, наше серце потливає свій спокій. Наші всі земні проблеми лишаються взагалі. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Якщо ми, брати і сестри, всі почнемо прославлять, то Дух Святий зле нам благодать. Божа слава всіх обгорне, його сила всіх торкне. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так. Сила Божа зодягнула його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Алілуя, слава Богу, алілуя. Коли ми від вас 4 роки вже минуло, ми були 3 місяці в Бразилії, там може 500 000 українців є, що приїхали 130 років назад. І вони живуть на горах, і ми їх навідували. Від хати до хати ходили і свідчили людям. Інакше служіння, ніж в Україні. А після Бразилії поїхали в Україну на 3 місяці. І слава Богу, що ще двері відкриті на Євангелії. Що Бог, як Він відкриває, ніхто не закриває. Амінь. І цю пісню, що будемо співати, то є свідчення одної особи, що Бога не знав. А потім прийняв Господа. In case you don't understand, you Ukrainian, I'm sorry, I can't speak Russian.
The Lord is so good. He blesses us over and over again. And God helped us last year to go to Brazil for 3 months. There's lots of Ukrainians there, almost 500,000. And we were up in the mountains going from door to door, visiting people and telling them about the Lord Jesus Christ. And I thank God for the open doors that He gives. And this song is a song from Mexico that gives a testimony of a young man. По життєві дорога я ходив сам без Бога і собі щастя шукав. І багатствами світу прагнув лиш володіти, та нічого нема. Всі мені говорили, що в житті я щасливий, але я сумував. Мій Спаситель з любові дав життя мені нове, коли його я прийняв. Мене цим Божий шукав, на стежку правди поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливий справді зимстан. Мене син Божий шукав, на стежку правді поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливий справді зимстан. Era mía quien buscabas y yo no me entregaba con tanto amor para mí. Cosa linda me hablabas y yo te rechazaba, cuánto tiempo perdí. La gente me miraba en los pasos que andaba, pues no era feliz. Hasta que me encontraste y me perdonaste, Jesús, qué lindo es tu amor. Mene sin Boji shukal, na stezku pravdy postavil. A teper ya radiju, Bože, maju nadiju, щасливий справді з ним став. Мене син Божий шукав, на стежку правди поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливий справді з ним став. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливі справді земля. Дуже гарні співи. Браті і сестри, ми споємо один стих, 464 номер. «Мой дом, і я служить хотім тебе, Христос, лише одному. Но дай мені сили самому послушним быть рабом твоїм». При этом пении, пожалуйста, сім'ї, які принесли дітей на молитву, пожалуйста, пройдіть, і ми з вами будемо слухати Слово Божие і молитися. Пожалуйста. Мой дом, и я служить
печать им, Тебе Христос лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Благотворный день, да? Слава Богу. Давайте я вот так буду стоять и дам им пожелание один стих от церкви, от всех родителей ваших. Он записан в 2 Коринфянам, 2, 3 глава, 3 стих. Легко запомнить. 2 Коринфянам 3:3. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Богом, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Пожелание зависит или заключается в том, что апостол Павел писал коринфянам, что они являются письмом. И вы знаете, письмо, когда вот напечатанное, хорошо его читать. А когда пишут рукой разные почерки, иногда поймешь, а иногда не поймешь, что там написано. И надо хорошего человека, чтобы понял, что там написано. Вот мое пожелание, я думаю, что ваше, для вашего благословения, чтобы вы писали красиво, чтобы вы писали правильно, чтобы вы показывали собой, что вы письмо Христово, не мое письмо, даже не церковное письмо, а Божье письмо. Чтобы ваша жизнь была так красива, чтобы дети ваши читали, они будут читать. Наверное, ваши читают же хорошо, да? Вас читают, а потом спрашивают, а почему папа с мамой у нас так, а у тети и дяди по-другому? Так задают вопросы. Он еще не задает вопросы. Он тоже не задает вопросы. А когда вырастут, начинают задавать вопросы. Читают у одних, читают у других и спрашивают, а почему так написано или почему так написано? Поэтому наше пожелание вам, чтобы вы писали хорошо, правильно, разборчиво, чтобы ваши дети могли прочитать, как здесь написано, что Дух Божий живой написал внутри вас, и будет видно, что написано внутри, чтобы не только было написано на бумаге, а что они будут смотреть на сердце. То есть они будут смотреть на ваше поведение, на вашу жизнь, на ваше служение, и будут так читать. Поэтому пусть Бог вас благословит, чтобы вы были хорошим письмом, Божьим письмом, и чтобы ваши дети следовали за вами. Такое ваше желание, да? Давайте помолимся, братья и сестры, все вместе. И, братья, пожалуйста, пройдите сюда, мы будем молиться. Андрей, пожалуйста, возьми микрофон. Начинай тут. Молится мама, папа, потом... Отец Небесный, я Тебя благодарю за то, что Ты нас привел сюда, Господи, за то, что мы можем прославить имя Твое, за то, что Ты нам дал церковь, за то, что мы нашли Тебя в своей жизни, Господи. Я Тебе также благодарю за то, что Ты хранил, Господи, нас по этому пути, за то, что Ты слышишь наши молитвы и любишь нас, Господи, за то, что Ты нам послал этого чудесного малыша, за то, что Ты его оберегал, Господи, за то, что Ты любишь, Господи, его, за то, что Ты ему дал здоровье. Я Тебя очень прошу, Господи, Ты храни его дальше, помоги, чтобы он всегда, Господи,
был здоровеньким, Господи, чтобы он хорошо развивался физически. Но самое главное, Господи, чтобы он нашел Тебя в своей жизни, чтобы он следовал за Тобой, занимался служением, Господи, для Тебя и прославлял имя Твое вместе с нами, чтобы мы были хорошими родителями, чтобы мы были примером для него, чтобы он видел, Господи, что Ты присутствуешь в нашей семье, за что Ты, Господи, всегда вместе с нами, Господи. Я Тебя прошу, храни его, помоги, чтобы он, Господи, устоял, Господи, чтобы он побеждал грех, Господи, чтобы он, Господи, обращался к Тебе всегда, чтобы он возрастал духовно, Господи, и любил Тебя. Благослови, Господи, его на дальше. Слава Тебе, Родитель, за все. Аминь. Господь мой небесный, я также благодарю Тебя за прекрасный день, за то, что Ты, Господь, собрал нас здесь. Также благодарю за малыша, которого Ты подарил, Ромочку, Господь. Я Тебя прошу, благослови его, его жизнь, Боже. Ты дай нам мудрость, как родители, чтобы мы его воспитывали правильно, правильно для Тебя, Господь, чтобы он в жизни нашел Тебя, Господь. Я Тебя прошу, благослови его, благослови нас. И мы Тебя благодарим за все, наш Бог. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа приходим к Тебе, Господи, и благодарим Тебя, что Ты не лишаешь благ боящихся Тебя. Благодарим Тебя, что Ты послал им сына Романа. Господи, вот они принесли пред лицом Твоим, перед всей церковью. Мы просим Тебя и молим, Господи, чтобы Ты утвердил, Господи, и молитву родителей. Благословение Отца превышает благословение гор небесных. Благослови, Господи, чтобы они просили, что у Тебя. То, что они молились, Господи, чтобы молитва их была услышана и утверждена на небесах. Господь наш и Бог наш, милости Твоей просим. Благослови Романа, благослови этого младенца, чтобы он возрастал в благодати и преуспевал в возрасте, в премудрости, у любви, у Бога и у людей, чтобы он, Господи, ходил в послушание, чтобы родители радовались о нем. Господь наш и Бог наш, милости Твоей просим. Когда он придет в возраст, Господи, пошли ему рождение свыше и веди его в Твой мир, в радости, праведности и мира, чтобы он, Господи, вот родился в этот мир, а вот придет время, чтобы Ты ему дал, Господи, Царство Твое Небесное. Господи, все то, что мы произнесли в молитве нашей, всей церкви, утверди на небесах и соделай это во благо, во славу Твою. Благослови его и за все прославься, Бог наш. Аминь. Дорогой Иисус, благодарю Тебя за этот день, что Ты нас хранил. Также благодарю Тебя, что Ты послал мне семью, и благодарю Тебя за детей. Также благодарю Тебя за этого сыночка Даника, что он родился здоровый, что он развивается хорошо. Также прошу Тебя, дай, чтобы мы его научили служить Тебя, чтобы он шел за Тобой. Дай, чтобы мы показали всем нашим детям, как быть и служить Тебе. Слава Тебе за все. Аминь. Господь, благодарю Тебя за этот день, за то, что Ты оберегал до сего часа, Иисус. Благодарю Тебя за детей, которые Ты мне дал, и за Даниила, Господь. Ты помоги мне быть примером для него, Господь. Благослови его жизнь. Пусть он, чтобы он жил с Тобой, Господь, чтобы он любил Тебя. Я благодарю Тебя за все, мой Бог. Аминь. Господь наш, мы стоим пред лицом Твоим, всевидящим, всезнающим, всемогущим, и приносим под Твое благословение и защиту вот этого маленького крошечного дитя Даниила. Господь, Ты просим, возрасти его, чтобы был таким Даниилом, чтобы он мог быть смелым, сильным, мужественным, когда придет возраст совершенный. Но благослови также и формирование его, рост, созидание, Господь. Благослови его избавить от всяких болезней, от всяких потрясений. Даруй, чтобы все, что будет в жизни содействовать ко благу его, по Твоей милости, любви и благословению Твоему. Защити, Господь, и дай ему и рождение свыше, и будущее, Господь, назначь для него по милости Твоей. Просим во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за все, что Ты давал нам, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне семью и за деток. И сейчас
Благодарим Тебя за то, что подарил нам еще одного сына. Господи, я прошу Тебя, Ты дай нам мудрости воспитывать его и показывать ему хороший пример, чтобы он когда-то познал Тебя как личного спасителя, Господи. Ты охраняй его и помогай нам. Аминь. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты нам подарил нашего сына, за семью, за то, что Ты благословляешь, даешь здоровье. Мы сердечно благодарим Тебя за это. Сейчас мы просим, благослови нашего сына, чтобы он рос в радость Тебе, чтобы он был правильным. Также нас благослови, как родителей, чтобы мы правильно воспитали его, так как Ты хочешь. Благослови, пожалуйста, здоровье. За все будем славить Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе, чтобы Ты благословил этого младенца Захари, Господь, чтобы Ты послал ему здоровье, чтобы Ты послал ему мудрости, когда он подрастет, Господь, чтобы он сознательно приблизился к Тебе и познал Тебя как личного спасителя. Пошли мудрость родителям. Пошли ангела-хранителя на всех путях этого младенца, когда он будет возрастать, Господь, чтобы он все отдал Тебе, да прославится имя Твое в жизни этого младенца, наш Бог. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе, благодарность за этот прекрасный день, который Ты даровал нам, Господь, в нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что, мы имеем возможность приносить своих деток к Тебе. Прошу Тебя, помоги нам быть светом и примером для них, чтобы мы могли их воспитывать в Твоем Слове, Господи, чтобы они ходили пред Тобой в чистоте и святости. Прошу Тебя, Господи, благослови нас, благослови Нельку, благослови Ксюшку. Предаю всех в руки Твои. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе, благодарю за мир, за радость, за любовь, которую Ты нам даешь, Господи. Также я благодарю Тебя, Господи, за мою семью, Господь, за деток наших. Прошу, Господь, Ты пребывай с нами всегда, Господь. Также прошу Тебя, Господи, Ты помоги нам воспитать их по слову Твоему, Господи. Прошу, будь с нами во всем наш вечный Бог. Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за милость Твою, за благодать, которая есть на этой земле. И просим, благослови эту девочку Нелю, благослови родителей, чтобы они, возрастая, могли бы говорить и о Тебе, нашем Господе, и Ты, наблюдая за ней, Господи, чтобы она росла физически, духовно, морально, правильно, чтобы она знала о Тебя своим Господом, своим Спасителем. Благослови всех детей, благослови всех родителей, и пусть Твоя благодать будет над каждым из нас, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Какая детская Библия от церкви, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста, сейчас Христ, а потом азбука, пожалуйста. Thank you.
Братья и сестры, и сегодня мы рассмотрим одно слово в нашей азбуке веры, которое называется «освящение». И по-английски это слово звучит «sanctification». И вот что мы можем увидеть, какое определение дает словарь этому слову. Освящение – это действие или процесс, в результате которого что-то или кто-то становится святым. «Святой» означает отделенный для Бога. Христиане выделяют три аспекта освящения. Это позиционное освящение Христом при нашем спасении, практическое прогрессивное освящение каждый день и окончательное освящение и отделение от греха уже в небе. Вот что говорит Библия о слове освящения. Господь требует святости от своего народа. И это мы увидим подтверждение в Левитам 11 глава 44 стих. «Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Христос также освятил нас Своей кровью, и это мы читаем в Библии, так говорится, «То Иисус, чтобы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат». Евреям 13:12. Слово Божье также освящает нас, и написано это так: «Освяти их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Иоанна 17 глава, 17 стих. Мы также освятились в момент нашего возрождения. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Записано в 1 Коринфянам 6:11. Также Бог желает нашего постоянного, регулярного освящения. И это написано, прямая такая воля Бога. Если кто-то думает, что же есть воля Бога, то вот прямой такой стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4:3. И Бог также освящает человека полностью. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит это». 1 Фессалоникийцам 5:23-24. Аминь. Итак, братья и сестры, я знаю, что каждый из вас уже приготовил пожертвования, которые мы хотим выделить для Господа, поэтому, пожалуйста, мы сейчас встанем, помолимся, чтобы Господь благословил и дальше нас здоровьем, силами, чтобы мы могли трудиться и посвящать или жертвовать для Господа. Помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за здоровье, за силы, за время благоприятное, за то, что мы можем работать и иметь необходимое для своей жизни проживание на этой земле. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл наше сердце, и мы узнали Тебя, что Ты освящаешь нас, что Ты делаешь нас Твоими детьми каждый день. Благодарим Тебя за то, что мы имеем желание посвятить определенные средства для Церкви, для славы Твоей. Благослови каждого жертвующего, благослови всех братьев и сестер, чтобы могли это делать
ради имени Твоего Святого и для славы Твоей. Еще раз просим Тебя, благослови нас здоровьем, чтобы имени Твоему неслась слава и хвала через нашу жизнь, через наши пожертвования, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, будут петь наши гости, и мы будем жертвовать, пожалуйста. Що ти пам'ятаєш про неї? О, Господи Боже наш, яке велике на тіле землі Твоє імення! Я буду радіти і виспівувати всім народам про великі чуда Твої. Це великий наш Бог, це великий наш Бог. Бог, залишив він небо, щоб тебе й мене спасти. Це великий наш Бог, це великий наш Бог, це могутній наш Бог. Залишив він небо, щоб тебе й мене спасти. І куди ти йдеш?
Який великий наш Бог. Коли ми приїхали в те місце в Бразилії і побачили, знаєте, як ви їдете на горах, десь то ви бачите красу Божу. І ми бачили, знаєте, яка краса. Слухайте, дорогі брати і сестри, як ви хочете вже наїстися банани, поїдьте в Бразилії, там, де наші люди. Мішка би банани приносили у наших дверях. Рано ставали банани. Що з ними робити, знаєте? Перший раз я наївся 6 бананів, а другий раз 2, а потім вже не хотів більше, знаєте? І бачимо, які чудові, знаєте, які фрути гарні, яке все. А наші люди, які гарні, знаєте? Слава Богу, наші люди, ви знаєте, так гарно приймали нас. Приймали. Слава Ісусу Христу, слава навіки, кажуть. Знаєте, а там, так як ми в Парагваї пили мату, я не знаю, хто знає, що то є мата? Ну, підніміть руку. Бачите, там є наші люди. А там, називають шамаром, вони тільки з тією люлькою ходять і п'ють цілий день ту воду, лють, знаєте, і п'ють. І тільки заходимо, вже вони нам дають, що ми пили ту мату. Знаєте, як гарно ми провели час. 2 рази були, свідчили людям, на остатній, ви знаєте, 5 душ ми охрестили їх, і там почалася праця тепер. Купили корчму, корчму то є бар. І там вже, може, 30 збираються, 35, знаєте. Вже наших людей. Особисто старші вже не хочуть. Кажу, сину, ми вже не хочемо міняти віру. Вони вже кажуть. А молодий хочу знати. Вони не читають Біблію. Всі католики, знаєте. Тільки одно, що вони Біблію не читають. Вони мають питання і питання. Ми проводимо з ними, знаєте. І співаємо, і читаємо. І вони питаються, і питаються, брати і сестри. Що то є Слово Боже, знаєте? Передавати і слухати. Це є правда Божа, знаєте. Як це гарно ми провели. І ми молимося, побачимо, що буде. Коли тут літо, там зима, знаєте. Ми добре там змерзли, знаєте. Через те треба поїхати, якраз як кінчається тут вже цей рік, грудень чи щось, треба туди поїхати, як там літо. А це на горах, знаєте. Прекрасно, брати і сестри. Хочемо співати для вас тепер. І з Бразилії переходимо в Мексику другий раз. Слава Христу! Не можу, Господь, так байдужно прийти, знавши, як ти любов нам проявив. Ти за мене страждав, жертву себе віддав, двері раю відкрив, гріх мій простив. Слава Христу!
шукав, спокій щастя шукав, та в цій світі ніде я не знайшов, та мені ти відкрив своїм словом святим про велику твою безмір. Приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа, братья и сестры. В самом начале хочу несколько слов сказать по поводу моего внешнего вида, чтобы вы не думали всю проповедь о том, почему и что привело меня к тому, что вы меня видите другим. Причина очень проста. Это не косметическая причина и не эстетическая, а связана со здоровьем. Неделю назад мне пришлось даже пропустить и утреннее, и воскресное служение, потому что здесь у меня было много ран, и вся эта часть лица была опухшая из-за того, что случилось заражение корней волос. Наверное, когда было при бритье. Поэтому какое-то время я бриться не буду, это противопоказано. Так что привыкните вот ко мне такому пока. А потом посмотрим, как будет дальше. Братья и сестры, я хочу сегодня, чтобы мы обратили внимание наше к Слову Божьему, и посмотрели на одну тему сегодня, которая очень важна для христиан в последнее время. У нас в последнее время, мне кажется, мы на это все меньше и меньше обращаем внимание. Более того, нам не хватает времени, как христианам последнего времени, причем не только в нашей церкви, это, скажем, такое повальное, особенно на Западе, повальная нехватка времени для серьезных вещей, для важных вещей. Я сегодня хочу поговорить о росте, о духовном росте, или, как называет это апостол Петр, росте в благодати. Я, помнится, и 1 января проповедовал именно на эту тему и как-то призывал. Хотелось бы, чтобы в этом году мы действительно росли для Бога, то есть росли духовно. Может быть, у нас не очень много получилось в этом. Я как-то уже говорил на эту тему и после этого, и хочу сегодня начать даже целую серию проповедей, которых мы позже немножко скажем чуть больше о разных вопросах именно духовного роста, о том, как расти в благодати. Посмотрите, что пишет апостол Петр во втором послании. Это последний стих второго письма, которое Петр пишет христианам. Второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Как вы видите, это заключительные слова, они заканчиваются словом «Аминь». Самые последние слова, которые апостол Петр решил написать в этом послании по вдохновению от Духа Святого. Посмотрите, начинается эта третья глава, заключительная глава второго послания Петра, начинается с того, что апостол говорит, что будет последнее время, что будет пришествие Господне непременно. Он говорит немножко об этом, он говорит о том, что должно происходить, как это все должно происходить. Он напоминает, что не медлит Господь исполнению обетований своих, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. И дальше в конце он говорит вот об этих словах. Мне кажется, что в этом есть определенный смысл, что в последнее время духовные, знаете, или, скажем, личность человеческая, христианская сущность людей будет достаточно мелкой и неглубокой.
Буквально два дня тому назад слышал интервью на христианском радио с одним из очень известных авторов, Ос Гиннес. Он написал много хороших книг. И вот он говорил о том, что западное христианство, в частности, американское христианство, это, кстати, братья и сестры, давайте не будем говорить, что это англоговорящие церкви, давайте скажем, что это мы тоже. Я видел нас с вами там. Говорит, что западное христианство характеризует как раз вот такое мелкое состояние. Очень много обмерщения, когда люди больше следуют миру, чем Библии. Когда люди больше следуют каким-то мирским человеческим философиям, чем они следуют Слову Божьему. И я просто хотел бы начать и поговорить немножко вот именно об этом. Итак, рост благодати. Что такое рост благодати? Мы сегодня чуть позже коснемся одного из самых важных, основных ингредиентов роста – это почва, почва сердца. Дальше мы поговорим на пути к росту, следующий раз, или затем будем говорить о знаках младенчества и знаках зрелости, ну и другие проповеди будут в этой серии. Мы сегодня были свидетелями прекрасного такого события, когда было благословение этих детей. Прекрасно, прекрасно. Слава Господу за то, что Господь благословляет наши семьи. Мы можем сказать, что жизнь человека начинается с рождения, или можно даже сказать, даже с зачатия. Это же справедливо и относительно духовной жизни. Наша духовная жизнь начинается с момента, когда мы уверовали в Иисуса Христа, когда мы раскаялись в наших грехах, когда мы приняли Его. Об этом говорит Писание. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Очень много говорится о рождении свыше. И вот здесь я хотел бы просто сказать о том, что рождение свыше – это не просто религия. Религия – это то, что делает человек. Это попытка человека сделать что-то. Это попытка человека попытаться подняться к Богу. Христианская вера, рождение свыше – это Господь, сходящий с небес, который касается тебя и меня и переделывает нас в нового человека. И это отличается от религии. Это рождение свыше, это вера. Итак, что такое рост в благодати? Но для начала скажу, что рост, или что не является ростом. Ты не получаешь в процессе твоего духовного возрастания, если ты действительно рожден свыше, ты не получаешь в процессе твоего духовного созревания или возрастания больше спасения, чем ты получил в момент твоего рождения свыше. Ты не переходишь на другое небо, другими словами. Христос тебя спасает, ты спасен, если ты рожден свыше. Дальше. Ты не получаешь больше прощения грехов, чем ты получил в момент твоего искреннего обращения к Богу. Да, тебе нужно в процессе жизни за соделанные грехи просить прощения. Но это не значит, что когда ты растешь и становишься выше и больше духовно, то у тебя получается какое-то супер прощение есть. С другой стороны, вы скажете, зачем расти духовно? А вот потому, что в этом есть воля Божия. Бог хочет твоего роста. Бог хочет, чтобы ты рос. Бог смотрит на тебя, если ты, ну, уже стаж имеешь христианской жизни, 50 лет назад покаялся, примирился с Господом, а ты еще остался младенцем во Христе. Бог смотрит на тебя со слезами на глазах и думает, что же такое происходит с этим человеком? Я хочу, чтобы он рос, я хочу, чтобы он поднимался, я хочу, чтобы он развивался, а он никуда. Рост, это рост или рост благодати, это умножение, это увеличение в размере, силе, энергии, в силе действия Духа Святого в сердце твоем, точно так же, как это происходит и в мире физическом, где растения, животные, люди, мы можем это видеть. Как выглядит рост? Библия говорит о том, что в нас должна умножаться любовь. То есть умножение любви должно происходить. И мы знаем, Иисус Христос говорил, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Эта любовь должна в твоем сердце постоянно расти. Если ты сегодня еще не можешь до конца переваривать твоего брата или сестру, который сидит рядом с тобой, то завтра этого не должно быть. Ты должен расти в этом. Должно быть умножение в вере или рост в вере. Посмотрите, 2 Фессалоникийцам 1:3, всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Как выросла твоя вера со времени твоего покаяния? Растет ли она вообще? Или, может быть, она наоборот
в отрицательном смысле растет. Может, твоя вера раньше была больше, а сейчас она уменьшается с каждым днем. Умножается ли вера твоя? Еще как выглядит рост? Это тогда, когда умножается в тебе познание Бога. Скажем, желание познавать Бога умножается в тебе. Посмотрите, Колоссянам 1:10. «Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Знаешь ли ты Бога сейчас больше, чем когда ты покаялся? Знаешь ли ты Его? Растешь ли ты в этом познании? Ну и еще один момент. Мы сегодня говорили, брат говорил, когда была азбука веры, об освящении. Когда ты растешь духовно, у тебя появляется желание больше возрастать в святости. Почему? Да потому что Бог такой, и Бог хочет, чтобы Его дети были святыми. Бог говорит в Ветхом Завете неоднократно: «Будьте святы, ибо Я свят». Иисус говорит в Своей Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Посмотрите, как апостол Павел об этом пишет, Ефесянам 5:1-2. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное». Если это у тебя, вот такие признаки роста. Если нет, почему нет? Но сейчас я хотел бы, чтобы мы перешли к такому одному более практическому моменту. Один из самых главных ингредиентов относительно того, что мы можем сказать о духовном росте, потому что я уверен, что многие из вас, как только слышат эту тему, может быть, где-то чуть ли не автоматически отключаются, потому что эта тема для духовных людей, эта тема, может быть, не для меня, мне что-то попроще, мне что-то, хочу сказать, тема духовного роста проще этой темы нету. Любой христианин должен это иметь, это должно быть в твоем арсенале, ты должен расти духовно. Давайте начнем с того, у меня вопрос, кому-то нравится выращивать растения или нет? Не знаю, кому как, мне нравится выращивать растения. Может быть, кому-то нравится выращивать комнатные растения, какие-то цветочки. Может быть, у кого-то есть клочок, я не знаю, какой-то уголок возле дома, и вы там, цветочки какие-то. Может быть, кто-то еще что-то. Может быть, в конце концов, даже если вам не очень нравится, вы не хотите, чтобы ваш лон, трава, ваш газон, чтобы он не был хуже, чем у соседа. И вы стремитесь как-то его подсаживать, может быть, и, может быть, удобрение какое-то сыпать. В принципе, это уже какое-то взращивание. Если вы любите что-то растить, вы в прекрасной компании, потому что Богу нравится растить. Вы знаете, Библия начинается с сада. История человечества начинается с сада. С Едемского сада. И она заканчивается, Библия заканчивается в последней книге Библии. Речь идет о городе, о прекрасном городе, но это город не просто камни. И этот город даже не просто золото, да, улицы из чистого золота. Но там, в этом городе, растет дерево жизни. Богу нравится растить. Посмотрите, что говорит Иисус Христос: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Иоанна 15 глава 8 стих. Богу нравится растить. Он любит, когда что-то растет. Когда растут вещи, когда растут христиане, это Богу приносит славу, это Ему приносит удовольствие, это Ему приносит наслаждение, когда Он видит, что ты растешь, ты становишься похожим на Него. Я хотел бы, чтобы сейчас братья включили клип. Пожалуйста, братья, включите клип. Просто несколько слов о том, о подготовке почвы. With farming. I'm 58 years old. I actually grew up on a small farm and have been farming ever since. Certainly been farming on my own probably for the last 40 years. Well, certainly if you don't start with good soil, then you're going to have some issues with poor growth. You do need to prepare the soil in a fashion so that we get good contact, the seed with the soil, and it's in such a manner that it enables that seed to sprout and to germinate and produce the plant that will produce the crop that we're trying to harvest. The things that we would be looking at in terms of soil, we'd certainly like to have something that's well-drained. We can't have that seed drowning with excess
water, but at the same time, we've got to have an adequate amount of water. So we've got to be able to have a soil that would hold some water so that we can get the good germination and the good growth. Которого достаточно большой стаж есть фермерского труда. Я уверен, многие из вас, может быть, подтвердят это, потому что работали когда-то на, ну, скажем так, фермах или колхозах, или совхозах, и вы знаете, это очень хорошо для того, чтобы росло хорошо семя, нужен хороший контакт с почвой, почва должна быть хорошей, то есть не должна быть чересчур влажной, тогда семя сгниет, и не должна быть чересчур сухой, чтобы семя могло дать росток. Итак, почва очень важна. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на слова Иисуса Христа, который в 13 главе Евангелия от Матфея учит как раз именно об этом. Он говорит о почве. И давайте сразу скажем, что речь идет здесь о почве сердца. Дело в том, что Иисус Христос не просто заинтересован в том, чтобы мы взяли для себя какой-то урок, ну, из сельского хозяйства и просто научились лучше выращивать какие-то растения. Нет, в данном случае Иисус хотел научить нас о нашей духовной жизни, о нашем сердце, о нашей жизни для Бога и с Богом. Итак, посмотрите. Здесь написано в начале главы, описание идет такое, что собрались к Иисусу много людей послушать Его учение. По сути, настолько много собралось людей, что Он вынужден был сесть в лодку и с лодки учить, потому что толпы людей собрались слушать Его. И вот там Иисус учит. И вот посмотрите, с 3-4 стихи Иисус говорит, вот Иисус начал учить притчами, и вот начинается притча о том, что есть сеятель. Смотрите, что он говорит. «Поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». И после Иисус объясняет, что это значит, 19 стих, «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Посмотрите, семя падает при дороге. Я не знаю, может быть, вы иногда задавали себе вопрос, а почему он сеял при дороге? А что он не мог как-то сеять, ну так, чтобы семя не падало на дорогу, чтобы семя падало, ну, в хорошую почву, туда, где нужно, туда, где фермер заинтересован в этом, и где оно принесет, ну, скажем, максимальный плод. Я думаю, что мы можем даже это себе такой пример представить, если кто-то из вас когда-то сеял семена травы, например, да? Лон ваш сеяли. Иногда стараешься, может быть, особенно если ты сеешь каким-то аппаратом, который разбрызгивает эти семена далеко. Не всегда можно контролировать, куда семя падает. Семя падает. Задача семени – упасть. Задача почвы – принять. И, может быть, вы замечали, иногда вот сеешь вот с такой штукой, ходишь там траву, когда засеваешь, да? И вот когда эти семена падают, может быть, действительно попали на бетонную дорожку, на драйвей попали, может быть, асфальтовый. Скажите, там семя это взойдет? Вряд ли. Вряд ли. А согласитесь, братья и сестры, что иногда почва наша подобна вот такой каменной дорожке. Наше сердце, наша внутренность иногда похожа на такую дорожку. Ведь семя – это Слово Божие. Сеятель – это любой проповедник, который Слово Божие предлагает людям. Мы иногда можем быть вот такой твердой почве, подобной такой твердой почве, в которую не может попасть семя. Семя не имеет никакого мягкого места, чтобы приземлиться на нас. Знаете, может быть, ты подобен вот такой каменистой дороге. Может быть, ты думаешь, не успел проповедник даже выйти, ты думаешь иногда, о, он опять объявил эту тему. Я слышал такую проповедь столько раз. Я могу проповедовать лучше, чем он. Или, может быть, ты думаешь, ну, опять это тематическая проповедь. Мне нравится, когда проповедник идет стих за стихом, и вот так вот следует. А другой, может быть, думает, а мне нравится, а я терпеть не могу, когда проповедник стих за стихом проповедует. Мне больше нравится тематическая проповедь. Я хотел бы, чтобы что-то было применимо к моей жизни сегодня. А кто-то думает, о, проповедник слишком близко подошел ко мне. Это слишком лично. Я хочу, чтобы слово было от меня на расстоянии. Я не люблю, когда мои эмоции или как-то вот, ну, слово действительно сильно глубоко меня касается. Я не люблю плакать на людях. Или опять они говорят о деньгах,
о времени, об отношениях в семье между мужем и женой. Опять они говорят об этом, я так не хочу это слышать. Или, может быть, я слышал уже эту историю, зачем он говорит эти истории? Или, может быть, мне больше нравится, когда другой проповедник проповедует. Братья и сестры, проблема в том, что семя не имеет никакого шанса, если у вас такие мысли. Если во мне такие мысли. Потому что семя не произведет никакого плода. Вы уже не дали ему места. Уже сердце стало каменистым. Уже семя не приземлилось мягко, а, может быть, подскакивает на бетонной дорожке твоего сердца. Бывало ли у вас такое? Знаю. У меня бывало. Может быть, было бы хорошо, чтобы мы вспомнили замечательный псалом, который, замечательный гимн, который в одной церкви я слышал, как они поют перед проповедью этот стих. Хор ведет, и вся церковь поет этот стих. По-английски называется «Open my eyes that I could see». По-русски мы, в принципе, его тоже как-то поем, но редко поем. Было бы хорошо, чтобы мы его пели, может быть, даже чаще, и не только пели, но чтобы он проходил через все наше нутро. Посмотрите, это песня Возрождения, 654. «Открой глаза мои, чтоб я узрел небесных тайн лучи, чудесный ключ твой мне вручи, чтоб на свободу вышел я, в молчании жду. О, дай ответ и волю мне твою открой, открой глаза, пошли твой свет, о, Дух Святой». Может быть, тогда, когда проповедник выходит проповедовать, может быть, было бы хорошо, чтобы ты и я молились: «Господи, когда они проповедуют, когда он проповедует или учит, помоги мне это принять. Помоги мне быть обучаемым. Помоги мне быть мягким. Помоги мне быть смиренным и принять это учение». Как было бы хорошо, чтобы мы принимали все Божье Слово без того, чтобы выбирать разные вещи. Знаете, как, когда мы приходим в буфет, мне нужна пицца, а я люблю курицу, а я еще что-то люблю. И вот так вот выбираем. Иногда мы, приходя в церковь, вот точно так же поступаем и выбираем, что мне подходит или что мне хочется. Как было бы хорошо, чтобы мы принимали все Божье Слово без перебора. Потому что, смотрите, 2 Тимофея 3, 16-17 написано: «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Библия – самый лучший источник для научения. Это самый лучший путеводитель в жизни. Это самые лучшие инструкции, как устроить твою жизнь. Но Иисус не только говорит о каменистом пути, Он говорит, что сеятель сеет семя. Вот семя падает дальше. Следующие стихи давайте прочитаем. Это вот 5 и 6 стихи и 20 и 21. «Иной упал на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». И вот что Иисус объясняет. 20 и 21 стихи. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Братья и сестры, вот здесь вот каменистая почва. То было при дороге, а вот эта почва, которая в принципе покрыта легким или маленьким, тоненьким слоем плодородной почвы. Но дальше камень. Корень не имеет возможности для того, чтобы развиться. Как часто ты уходил из церкви со словами: «О, вот сегодня я услышал слово, и оно меня касается, и как хорошо было бы, чтобы я исполнил в этой жизни это слово». Но не успел ты дойти до конца молитвенного дома, тебе кто-то что-то, кто-то сказал. И не успел ты даже, может быть, до машины своей дойти, и уже все, что говорил проповедник, у тебя улетучилось, и ты забыл это слово. И все твои намерения, которые были, они прошли, и ты забыл об этом. Мы иногда имеем хорошие намерения и слышим Слово Божие. Да, это не просто какая-то каменистая дорожка, оно вроде бы попало на почву, оно вроде бы проникло в нас, и мы даже уже хотим что-то сделать в этом, а нет корня.
нет корня. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 глава, 16 стих по 19, приводит молитву об Ефесянах, об этой церкви в городе Ефес. Он так говорит: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Другими словами, он говорит здесь о том, что мы должны расти, у нас должны развиваться корни, мы должны расти в Божьей благодати. Вы знаете, корни – это удивительная вещь. Есть разного вида корни, самые разные. Есть корни, которые лежат близко к поверхности, есть корни, которые уходят вглубь, далеко-далеко-далеко. Есть корни, которые на самом деле больше, чем само растение. Корень такой большой, для того, чтобы из глубины добывать все, что необходимо для роста. Но одно совершенно понятно. Несмотря на то, что мы не видим корни, они важны. Без хороших корней растение не может существовать. Без корня ты не сможешь жить. Без того, чтобы развивать сильные, активные корни в твоей духовной жизни, ты не сможешь жить здоровой христианской жизнью. Ты просто-напросто умрешь, ты должен быть укоренен в Иисусе Христе. Когда ты укоренен в Иисусе Христе, тогда штормы жизни, тогда всякие препятствия, проблемы, трудности, которые случаются в твоей жизни, они не смогут тебя пошатнуть, они не смогут тебя искоренить, они не смогут сделать с тобой ничего, они не смогут тебя отделить от Иисуса Христа. Еще один тип почвы, о которой говорит здесь Иисус, он говорит не только об этом, а каменистой почве. Он говорит еще о почве, которая вроде бы кажется хорошей почвой. Вроде бы все нормально. Это почва, где есть тернии. Посмотрите, 7 стих и 22. «Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его». 22 стих. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Тернии. Давайте скажем немножко таким более простым словом. Сорняки. Бурьян. Weeds. Сорняки, которые не дают развиваться, которые почему-то вот так вот устроены, что сорняк очень часто растет быстрее, чем растет хорошее семя, хорошее растение. И вот когда пригревает немножко солнце, эти сорняки быстренько раз и выгнали и заглушают это растение хорошее. Бог так устроил, что всем растениям нужен кислород. Им нужно тянуться к солнцу, к свету, им нужен кислород еще для развития. Тогда, когда сорняки вот так вот вымахали вокруг этого доброго, хорошего семени, они просто отбирают это все и не дают возможность растению расти. Как часто мы подобны этому? Я слышу проповедь, меня касается Слово Божие. Но в моей жизни столько хороших и важных вещей, что то хорошее начало из-за суеты жизни просто-напросто не имеет никакого шанса. Потому что мое внимание очень скоро переключается на другие вещи, на какие-то заботы, на какие-то другие дела. Иногда, может быть, это даже дела в церкви. Иногда я настолько занят служением, что о себе позаботиться даже не могу. Я забочусь вроде бы обо всех, и вроде бы занят настолько и тем, и тем, и тем, и хорошим всем. А когда приходит время, я просто устал и разбит, и нету времени для того, чтобы действительно позаботиться о своем духовном росте. Когда такое есть, это плохо, даже если есть благородные причины. Это семя жизни растет посреди твоих мыслей, посреди забот. Может быть, ты готовишься к бракосочетанию сейчас. Может быть, ты сейчас планируешь летний лагерь, или уже это прошло. Может быть, ты планируешь еще какое-то мероприятие. Может быть, у тебя в голове какие-то заботы относительно дома, бизнеса, хозяйства. Может быть, ты планируешь отдых. Может быть, еще что-то происходит, твои заботы о жизни, все это в твоей голове. Но что происходит в конечном итоге? Оно заглушает слово «жизнь». И это слово не может расти. Но последнее, о чем говорит Иисус, Он говорит о доброй почве. Стих 8.
Иное упало на добрую землю и принесло плод одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. 23 стих. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен так, что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Вы знаете, хочу сказать, что хорошая почва начинается со смирения. Хорошая почва начинается с сокрушения, со смирения. Может быть, для нас это не имеет такого значения, но те из вас, кто знает английский язык, слово смирение по-английски это humility, to be humble. Интересно, что это слово имеет свое, или этимология этого слова из латинского языка, и оно вошло и во французский язык, в английский язык вошло это слово. В латинском оно означало humus, земля, на земле, связанный с землей. Смиренный человек это тот, который низко-низко, который близок к почве, который близок к земле, вот это смиренный человек. И, может быть, мы, вспоминая даже историю Российской империи, например, мы знаем, что когда-то людей, которые занимались земледелием, их считали, они были достаточно низкими людьми, да? Крестьян, которые жили на земле, считали невысокими людьми, они были, может быть, даже в каком-то поношении. Так вот, для того, чтобы быть хорошей почвой, ты должен иметь смирение. Посмотрите, Библия полна слов, которые говорят о том, что Богу нравятся такие люди, что Богу нравятся смиренные люди. Посмотрите, Исаия 66, 2, вторая половина. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Посмотрите, Псалом 1, 3. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Смирение связано вот с такой хорошей, доброй почвой. Знаете, иногда, может быть, ты хочешь прочитать Библию, и мы иногда, может быть, здесь из-за кафедры тоже как-то вот пытаемся и вдохновляем вас тому, чтобы вы читали Библию, и это хорошо. Но, может быть, тогда, когда ты читаешь Библию, когда ты изучаешь Слово Божие, у тебя есть такое желание, я должен прочитать сегодня 3 главы. Если я прочитаю 1 главу, то я не выполню план. И ты имеешь вот такое, давление сверху, что ли, что тебе нужно любым способом прочитать 3 главы, и ты читаешь эти 3 главы, может быть, в спешке, даже не думая о том, что ты читаешь. Бог не хочет, чтобы ты спешно читал Его Слово, лишь бы выполнить план. Бог хочет, чтобы это Слово поселялось в твоем сердце. Не читай Библию для того, чтобы получить лишний кредит от Бога. Читай Библию для того, чтобы ты мог расцветать, как это дерево, которое посажено при потоках вод. Читай Библию для того, чтобы ты мог растить в себе плод Духа Святого. Чтобы в тебе вместо вот тех дел плоти плоды Духа могли расти. Прекрасные, вкусные, приятные плоды Духа. Когда Слово Божье посажено в добрую почву, оно приносит обильный плод. Посмотрите, Колоссянам 3:16 написано так: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями благодати, воспевая в сердцах ваших Господа». Полюбите Божье Слово. Читайте его, как письмо от самого дорогого, от самого близкого. Постарайтесь применять слово, которое вы слышите, слово, которое вы читаете в вашей жизни, потому что без применения, без практического применения в жизни, оно не будет иметь пользы для вас. Когда вы слышите слово, откликайтесь на него. Откликайтесь на него. Не только выслушивайте его, но принимайте его и применяйте его в своей жизни. Тогда, когда я это делаю, происходит настоящее изменение. Вы знаете, мы говорим о почве, и я хочу сказать, и даже сегодня вот это звучало, даже в пожелании молодым семьям Михаил Дмитриевич прочитал о том, что мы письмо Христово, которое написано не на каменных табличках, а на плотяных, на телесных табличках, таблицах нашего сердца.
И Библия уподобляет тоже сердце человека или камню, или чему-то мягкому и податливому. И пророки не раз об этом говорили. Пророк Иеремия, например, говорит о том, говорит о сокрушении сосуда, да? А у пророка Иезекииля об этом тоже есть речь, когда говорится о том, что нужно разбить каменное сердце и вместо него вложить телесное, мягкое, податливое сердце. Покаяние – это вот как раз сокрушение перед Богом. Это осознание того, что я не иду своим собственным путем, я принимаю то, что говорит Бог. Братья и сестры, мы сегодня говорим о Слове Божьем, о семени. Это семя может изменить твою жизнь. Вопрос только в том, будешь ли ты хорошей почвой. Семя работает. Оно делает свое дело. Оно делает это дело в подготовленной почве. Будешь ли ты этой самой доброй почвой? Одним из самых сильных обвинений Бога в Ветхом Завете к Израилю было то, что они народ жестоковыйный. Люди с жесткой или твердой шеей, с негнущейся шеей. Что это значит? Это значит гордые люди, у которых есть свое понимание жизни, которые не хотят слушать ничего того, что Бог говорит, и они говорят, ну да, Библия это хорошо, но я сам должен устраивать свою жизнь. Брат, сестра, может быть, ты чересчур твердый, твердо шеей, твердо лобой, твердо сердечный, для того, чтобы Слово Божье приносило пользу в твоей жизни, чтобы ты рос. Начать нужно с того, чтобы почва твоего сердца стала доброй почвой. Попроси Господа сокрушить тебя. Сокруши свое сердце перед Ним. Смирись перед Ним. И когда ты это сделаешь, только тогда Он сможет сеять добрый плод в твоей жизни. Ему нужна твоя мягкая почва, твой смиренный дух и твое открытое сердце. Аминь. Давайте помолимся. Мы славим Тебя, Господи, за Твою великую и безмерную любовь к нам. Господи, благодарим Тебя за чудный подарок Слова Твоего. Просим Тебя, помоги, чтобы Ты помогал нам всегда сокрушаться перед Тобой, смиряться перед Тобой, принимать Слово Твое в смирении, в открытости, с желанием услышать то, что Ты говоришь нам. Помоги нам, Господи, в этом. Помоги нам, чтобы мы действительно хранили себя вот такими, открытыми, мягкими, податливыми перед Тобою. Благослови каждого из нас, и пусть Твое Слово приносит плод в нашей жизни. Все это мы молим во имя Иисуса Христа и для Твоей славы. Аминь.
Извиняемся, братья и сестры, за то, что задержали немножко, но это начало. Продолжение следует. У нас сегодня членское собрание, мы объявляли, говорили, поэтому мы думали, что раньше закончим и будет членское, но членское в любом случае надо сделать. Так что, члены церкви Ифания, все, пожалуйста, оставайтесь на местах после заключительной молитвы. Служение будет продолжаться вечером, так что, кто не вошел в программу вечером, можете петь в среду, пожалуйста. И следующее воскресенье будет у нас вечером. Так что следующее воскресенье после причастия на утреннем служении будет молитва о всех студентах и школьниках. После утреннего служения у нас будет церковное общение до вечера.
пикник на улице. Будем просить, чтобы Господь послал хорошую погоду. Если будет такая погода, что будет вода, ну, будет воля Божья. Будет приготовлен обед. Будет возможность для детей поиграть, для, и для взрослых тоже. Так что будет команды две. Старшие и младшие. Такие, как брат Тимофей, я, сестра Шура и другие. И будем продолжать наше общение в следующее воскресенье, после заключительного собрания. Если вы захотите за пикник заплатить, вы это сделаете на служении. Приготовьте с субботы в два раза больше, чем вы жертвовали в течение в одно воскресенье, и сделайте это во время собрания на погашение займа. Ну, возьмите с собой в машину удобную одежду, чтобы потом можно было играть в футбол. Итак, напоминаем всем, кто интересуется русской школы, она будет начинаться с 10 сентября. Анкеты, пожалуйста, в фойе на столе возьмите, чтобы вы успели до 24 сентября детей привести, анкеты заполнить, потому что после 24 пишут, что принимать не будут. Есть просьбы, как мы уже объявляли раньше. И вот сестра Тамара просит за свою дочку, она в Минске, нуждается в молитвенной поддержке, она беременная, на сохранение просит за, о ней и о... И просит молиться о ней и о том, чтобы Бог благословил ее здоровьем. Ну и, как мы уже объявляли, и брат Константин, о Наташе, о сестре Вере и о других. Пожалуйста, Петр Михайлович, что хочет объявить? Дорогие братья и сестры, жены и мужья, мы 14 числа едем мужским хором и значит, музыкальной группой в Чикаго. Там будет рукоположение. И будем на утреннем служении в одном месте, а в 2 часа будет рукоположение, будем в другом общении. Поэтому мы, конечно, нам не до пикников, потому что нам надо готовиться. Нам очень много надо готовиться. Просьба, братья, кто был в хоре мужском, кто есть, передайте. Кто будет. Передайте, что мы сегодня 4:30, а потом еще назначим дополнительные сыгровки, дополнительные спевки. Спасибо. Ну, вы 7-го будете в пикнике, мы дадим вам покушать, и будете упражняться в том, чтобы до вечера заполнять свое время подготовкой. Это следующее воскресенье. Следующее воскресенье вечернее собрание не будет, а сегодня будет. Сейчас встаем и будем молиться, просить Божьего благословения на все нужды. И на членское собрание. Так что членское собрание... Все члены церкви остаются, а не члены подождут. И кто имеет желание не забыть, как поют наши музыканты, у вас там есть возможность приобрести диски. Господь наш, благодарим Тебя за милость Твою, за охрану жизни. Благодарим Тебя за все слова, которые мы слышали сегодня через песнопение, Слово Твое. Благослови, чтобы каждый день утверждалось наше хождение за Тобою и наше служение пред именем Твоим. Благослови все эти нужды. Ты видишь сестру Тамару, знаешь ее желание, чтобы, Господь, Ты укрепил ее и ее дочку, также ее состояние. Пошли милость Твою, укрепление, чтобы все было благополучно и не было никаких повреждений. Если есть какие-то тревоги, у Тебя есть сила изменить все. Да будет милость Твоя над Наташей, над сестрой Верой. Да будет милость Твоя над братом Сергеем Бакун. И все остальные нужды, они в Твоих руках. Благослови каждого брата и сестру, кто дома сегодня, кто болеет. Пошли Твою благодать на каждого верующего. Благослови все вопросы нашего служения. Благослови предстоящее членское собрание. Просим все это во имя Иисуса Христа и для славы Твоей, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, члены церкви, пожалуйста, садимся. И члены церкви свободны, и мы будем начинать членское